Всем привет, ребята! Вы попали на мой YouTube-канал, меня зовут Катя, и сегодня я снимаю свой новый влог. Сегодня 16 июля, а это значит, я еду в лагерь. Вы очень долго ждали влогов с лагеря, и вот один из них. В том году я тоже снимала влоги, они вам очень понравились, это видно по просмотрам и лайкам. Уже совсем скоро я поеду на вокзал и встречусь с ребятами. Надеюсь, этот влог будет крутым, вы меня поддержите большим пальчиком вверх и также подпишитесь на мой YouTube-канал. Итак, я уже собрала вещи, чемодан. Надеюсь, я ничего не забыла. Наверху у меня тут одежда, которую я надевала сегодня. Да, просто я сегодня ходила на свадьбу. Также у меня есть рюкзак, который я с собой возьму, и шопер. Это все в пол. Также, кто не смотрел видео, как я собираюсь в лагерь, собираю чемодан, покупаю еду, обязательно переходи на мой канал, там есть такое видео. Оно должно было выйти 20 июля, в среду. Надеюсь, вы его смотрели. Оно выйдет, когда я буду в лагере. Да. Переходите на канал, если вы его не смотрели. Девочки подошли. Ты мою самооценку понижаешь. Привет, привет. Всем привет. Полина грустная, она не с нами в отряде. Просто будет рад. Это Лиза. Ты меня во влог свой вставишь? Конечно, это Даша. Всем привет, я в неофициальных списках. Я еду в ЛБ. Да. Кого еще показать? Нет, давай. Вот Полина. Офигели, у меня 6-й вагон, а у них 7-й. А Катя снимает на Алисин бабафон. Да, нам надо меняться местами будет. С кем-нибудь? Да. Скоро? Ну как скоро? Мы не скоро. Через час. Ты кто же там? Сейчас садимся. Едем. На съемка. Мы, короче... А у нас старый вагон. Ты до тебя только дошло? Да. Поезде. Кто звонит? Да. Ирка. Алло. Вот снизу, ну старый вагон, трэш. Хотели смотреть Спанч Боба, но походу... Мы вообще в другом вагоне. Да, мы походу не посмотрим Спанч Боба. Очень жаль. Мы очень расстроены. Мы расстроены, потому что Лиза в другом вагоне, и меняться нельзя. Злата есть? Смотрите, я популярная тиктокерша, лайкерша. У меня тут такая киси-миси есть. Завидуете? Конечно. Алина, у нас она в влогах будет. Деточки кушают наклон. Ирица. Так, мы уже едем. Я тут сижу на своей второй полке. Я вот хочу кушать. Ой, тоже хочу кушать. Итак. Блин, я такая красная. Черная. Сейчас я буду смывать свой мейкап. Нам говорят спать, мы скоро спать. Походу, двое скоро. Я не буду спать. Когда мы будем, когда мама... Мы переписываться будем. Когда мама позвонит, тогда и это. Катя, как ты будешь... Ладно, всем спокойной ночи. Мы пошли спать, завтра утром встретимся. Будет супер переход. Или знаете что, я могу что-нибудь ночью поснимать. Супер переход. Лежит какая-то девка непонятная. Всем приветик. Всем приветик. Мы проснулись. У нас сейчас будет завтрак. Каша. Какая очень каша? Вкусная. Овсянка. Катя уже все съела. Что там было? Эй, Алиса ушла. Алиса, во влог. Всем привет, привет. Всем привет, ребята. Уходим. Передайте всем привет. Это тебе. Привет. Какой обезьяна? Сейчас на станции голода. Мы будем выходить. Мы играли в карты. Мы перед ним. Уснули в 3 часа ночи. Реально? Здравствуйте. Привет. Это влог. Это мой старый телефон. Я была в том году тоже в влоге Кати. Я тоже. Сейчас выйду. Все привет передают. Они просто не передали. Да? Никита, привет срочно. Привет. Привет, Никита. Привет, Никита. Еще мой дых. Привет, куда? Привет. Ой, привет. Вообще не подошла. Артем, Артем. Артем, привет. Не подошла. Привет, Никита.
Привет, Никита. Немножко фоткаемся. Немножко фоткаемся. Давай еще на видео. Давай свой челлендж, давай на видео. Всем привет, это Water Butter Flip Challenge. Вообще. Как тебе на второполке? Круто. Всем привет, это обзор на туалет. На какой туалет? Тут 10. Меня манили ее губы, я ее встретил и замер. Меня манили ее руки, боже, мама, мама, белые свина. Ее улыбка, мама. У них, у мальчиков, там какая-то дискотека. Нужен дискотеки. Да, тоже. Нам тоже все слышно. У нас скоро обед, но почему-то нам не несут обед. Итак, нам принесли второе. Это горячка, сосиски и помидорки. Нам помидоры, да, не пожалели, как в том году. Это для Кати аккуратно специально. Вот это все мы. У нас влог. Наша жизнь в паровозе. Вот такой вот влог. Так и так отвлекайте. Вот влог. Мы едем в поезде вот в таком. Да. Мои два пальца. Мы думали, мы будем в новых вагонах, а тут вагоны не новые. Нас, короче, лапшу на уши навешивают. Я по-культурному. Вот. Всем пока. Это для было Кати аккуратно для влога. Стой. У нас сахар от Starbucks. Я знаю, кто у нас сахар от Starbucks. Понятно. Сахар нынче дорого стоит. Как я в прошлом году ходила, я не помню. Ну, в этом году у нас... Все, всем пока, влог закончен. Мы в Ярославле. Вы думали, Алиса? Что такое? Это влог. Полицейская собака, да? Как дела? Дела, Катя? Катя, давай свой телефон, мы сейчас камеру тебе починим. Так же. И мне переселяют другого года. Как завоняло-то, Катя? Стихи час, короче. Нас окно открывает. Стошек зовут сам. Всем привет, это влог для Кати. Аккуратно. Это Сами или... Я не помню, Сами. И вот так вот, я такая смотрю, он весь в трещину. Вот, вот такая вот у меня есть мамба в промеладке «Молочные привидения». Можно? Это ты его тогда разбила? Тебе все можно. Все подписываются на канал. Катя, аккуратный. Ставьте лайк. Я подумала, что это привидение, это какие-то... Всем привет. Это заднюю камеру, у нее этот голос меняется. Это влог. Мы сейчас будем вот на этом столе смотреть фильм какой-то интересный. Девушка залазит. Дерни ее за ногу, и она упадет. Без зависти, у меня есть фотка с легендой. Вот такая вот. И с ней тоже, она тоже легенда. Там, ну не легенда, конечно, но тоже хорошая. А там еще легенды сидят. Короче, доброе, что влог. Я в том году в каждом влоге делала так. На меня Катя на мой камеру. Всем пока, влог закончен. Самый быстрый. Самый Никого не слушаю.
Ай, больно. Компьютер спектра. Да. Похоже, здесь они все. Интересно. Оценочку это на вот эти. Весь место. Ты покраснела. Тут девочка написала, потому что Лиза в том году так удела. На. А вы снимать можно? Как будто дом 2, везде камера. Вот проводник такой. Это наша вожатая. Катя, тебе делала. Владимира, да. Я чуть-чуть сказала Владимира. Да, спасибо. Опа-на! Ты пожалуйста! Кирилл! 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 Кирилл, у тебя упало! Ты просто... Никита! Я за нас не плачу! Кого? Стоп, игра! Капец! Кого? Не платите! Суши надо! Суши? А я тоже не плачу! А зачем? Ну просто я беру заказ и убегаю! Ты крадешь и убегаешь! Никита, у тебя глаза светятся! Хотя же тебя отсылать нам! Стой! Что творишь-то? Так, стой! Нет, видите, фишка. О, фишка сам. Всем привет, скажите всем привет. Всем привет. Всем привет. Теперь я буду делать время. Ладно. Я что увидела? Катя не могу. А, несла. Почему вообще фишка? Это, знаете, это мне уже показали. Это ненормально. О нет, что за трэш? Катя поймала. Нам пришла Алиса в вагон. Короче, там граница Украины с Россией. Мы такие украинские. Мне кажется, это точно граница с Украиной. Не знаю, что они там делали. Мы украинские девчины. Да. Чё это там? Где камера трясётся? На моём телефоне, да, камера трясётся. Это-то Катючка, вонючка. Ну. Смотри, это мы с этой. Катя, передай привет. Привет. Катя, в каком лагере ты заходишь? Я плюнула туда. Скупо обратно. Тихо, из-за твоей штуки Алину не видно. Мы пробуем. Копай в рот, это уже сложно засунуть. Ну типа вот подумай. А вот я еще второй сверху пытался засунуть, и его забивал чисто рукой туда. Мы играем в лягушку. Катя, как этот рыбного супа? Нет, это влог. Вот такой вот влог. Мы только что распределились по комнатам. Вот, мы завтра в 6 утра приедем. Это очень рано. И нас уже будет очень-очень рано. Это будет не круто. Вот, повышите в Ютуб. Да, меня так видно. Пожидайте поговорить в Ютубу. Интернет. Здравствуйте, Андрей. Вот видите, это легенда. Он здоровается. Вот такая вот Диана Владимировна у нас. Есть! Все, появилась, Сашка. Это влог специально для Кати. Я очень сильно расстроена, невероятно просто. Да, я тоже. Я готова разрыдаться сейчас. Я тоже. Мы, в принципе, этим и займемся скоро. Но я в комнате с Катей, Алисой, Ирой и Алиной. Я запомнила. Нет, они сидят, они в середине. Всем привет. Третий этаж закинет, нет? Какой ты этаж? Я закинул все. Ира планировала там спать. Что? Да. Сейчас ты бежишь туда, Кирилл, сейчас кухня. Раз. Не надо, всем привет. Всем. У нас сейчас будет отбой. Детка лезет в мой карман. Всем привет. Мы приезжаем скоро. Вот. Мы тут едем, смотрим Иркины дома. Да. Это все ее. Мы сидим там. Всем привет. Мы заселились в комнату. Вот наша комната. Тут живет 5 человек. Это моя кровать. Я опять посередине. Итак, тут такая ванна. Туалет. Я вообще последний мост, как так? Я помылась.
Как ваши дела? Где, блин, кто тут со мной? Кто со мной? Тут... Итак, я очень рада, потому что я накрасила брови. Элис тоже накрасила брови. Да. А, мы в конце. Так, мне мама тоже надо позвонить. Я, а как начать? Всем привет, с вами Полина Наумова, которая всем нравится. Да, да, по факту все вообще. Я пришла в комнату к своим друзьям. Супер. Даша. Что можно еще рассказать? Я очень переживала, что не буду в влогах Катюши Лайф. Но... Знаешь, там придумать такое? Жесткое, да? Да. Но... Но... Это произошло. Да. Вы дождались меня. Прошел год. Прошел год. И я снова с вами. Все, всем пока. У нас же были... Мы в комнате у мальчиков. Первый день, ты что, глупо? Первый день у нас не было. Так, это влог. Влог. Посмотрите, вот скажите, классно с ее кудрявыми. Скажите, классно. Классно. Самая American girl. Так, всем привет. Катя лохушка. У тебя как будто горло болит. Мы пришли играть в бомб. Мы пришли к Олимпийскому. Мы потеряли немножко Алису. У нас сейчас будет мероприятие. Катя, ты где так телефон раздолбала? Так, сейчас вам все расскажу, что как происходило. Мы приехали в лагерь, и нам дали время, чтобы мы успели помыться, разложить все вещи и покушать. Далее мы пошли на мероприятие, на котором был конкурс «Лучшие друзья». С нашего отряда пошли Маша и Лиза. Я модная. Согласна. Да. Лиза, я тебя снимаю. Всем привет. Привет на YouTube. Привет, YouTube. Оцените, пожалуйста, нашу комнату. У нас просто самая лучшая комната. Это обед. Смотрите, я сделала суп хлебом. Нет, я больше не буду суп. Я сейчас наворачиваю второе. Это мой новый влог. Да в смысле? Трусы свисли. Привет. Это Кирилл написал. Приветики, пистолетики. У нас тихий час. Да. Вот это весело. Девочки написали такой флаг. Ура! А что, все? Катюша, класс. 20 минут влог. А, все, вес. 100 грамм. Блин, никто со мной сниматься не хочет. Тут репетиция. Ты что, влог снимаешь? Геннадий, здоров. Это Антон. Итак, Катюша Лайф накрасилась, как вам? Это с 2019 года все продолжается. Блин, они уходят, капец. Вау. Вау. Такая кисимиси. Смотрите, такая вот кисимиси у Лени. Блин, что я в очках делаю? Катя, что в очках? Так, немножко, я просто тут чемодан свой разбираю. Мы идем на долгожданный ужин. Алиса очень рада.
Мы на ужине. Какой суп? Рыбный! Передаю привет своей маме. У нас подарки. Подарки. О, как это есть. Всем привет. Мы пришли с мероприятия, нам очень холодно. Я буду надевать черный ламбик. Кисимиси! Во влог попал! Ого! Блин, капец, кисимиси! Раздеваемся! Так, мы снимаем влог. Да. Мы, короче, на него потрачиваем целыми днями, мы помогаем значит, снимать влоги. Смотрите. Пока она там сидит на толчке, мы за нее тут влоги, она заставляет снимать вообще. Она бессовестна, она заставляет снимать влоги. Снимаем влог на Катин телефон. Ну, Катя вам все. Смотрите, мы снимаем Катин влог. Передайте всем привет. Приветик всем, я бьюти блогерша. Вот так вот я мажу свою щеку. Меем яблоко. Это знаешь, это... Сейчас помоем тебе щеку. Новый контент, Катя. Я в шоке. Я тоже. Вика тоже умрёт. Особо больная. Она вырвалась. Как дела? О, Ютуб, мама! Мама, я в телефоне! Мама, я в телевизоре, мама! После мероприятия мы пошли на дискотеку. Скорее всего, видео со звуком с дискотеки не будет, так как тут будут авторские права. Хорошо здесь танцевали с голым торсом. Каждая пара удлиняет дискотеку на одну минуту. Одна пара, одна минута. О, пара, вот это удобно. Есть одна пара. Итак, у нас после дискотеки, у нас сейчас отбой. О, нет, дискотека. У нас еще одна дискотека. Ладно, я с вами завтра попрощаюсь. Всем спокойной ночи. Катя вас не любит. Этот влог подходит к концу. Над этим влогом я очень старалась, снимала почти каждый день в поезде и в лагере. Ждите еще видео с лагеря, ведь скоро они тоже будут на моем канале.
Обязательно ставьте большие пальчики вверх, пишите комментарии, все комментарии буду читать и лайкать. И также подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. А с вами я буду прощаться и всем пока-пока.